Огромный привет всем, дорогие друзья, с вами Антинуб, и это видео никакой рубрики не относится. Здесь у нас будет тотальный настрел из-за бага, который случился на сервере. Такие баги были частенько, когда игра только-только вышла. Ну а сейчас это на самом деле редкость. И да, бой произошел рано-рано утром по северному времени. Может быть, поэтому там что-то не то произошло. И как видите, большая часть нашей команды вообще не загрузилась. То есть раньше, я помню, был такой баг еще, когда только-только игра вот в релиз вышла, что загрузка доходила до конца и просто не пускала в бой. Никаких модов тогда я вообще них даже не знал. Просто загрузка до конца проходит. И в бой не пускает. Звуки иногда можно слышать, иногда звуки нельзя было слышать. Но, в общем, в бой просто не пускало. И там буквально по велению ВБР 2-3 игрока каким-то образом загружались, а остальные не могли войти в бой. И они настреливали, ну, просто ошеломительное количество урона. Ровно что сейчас и произошло. Как вы видите, загрузилось всего от нашей команды 4 человека. А от вражеской пока еще никого не видно, но лично у меня бы уже сейчас начало бомбить от того вида, что на нашей базе все зелененькие вдруг собрались. Что они там делают, неизвестно, но песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» к этому случаю не относится. Видим, что Т-30 занимает банан, но оно и понятно, ведь ждать нужно кого-то, ведь непонятно же, что будут делать соперники. Почему Т-30 еще не бомбит, мне неизвестно. Но я бы уж давно взорвался, я потому что не знаю, что начал бы писать, делать и так далее. Ну вот, однако, вот Т-30 начало что-то там просыпаться, но как-то сдержанно он достаточно реагирует. И да, ребят, это стандартный бой, это не ротный бой, поэтому здесь все произошло по велению ВБРа, просто потому что рано утром. Основной сервер, и тут нас ждет, ребят, сразу вам скажу. Циферки будут, ну, просто ошеломительные в плане урона. Но оно и понятно, по ФКшным-то настрелять, но это много ума не надо. Но дело-то совсем в другом, ведь здесь в этом плане ему повезло, что он туда попал. Надо же еще выжить. Какие-то противники ведь тоже могут кататься и стрелять. И от них нужно избавляться в первую очередь, потому что они могут, ну, сами понимаете, что они могут сделать. И радостная 54-ка летит на всех парах на нашу базу, чтобы вот... вот так вот поделать всем, ведь они не загрузились, и это их беда. У артиллериста начало бомбить. Только сейчас. Ну да, видимо, как подождав какое-то время, сделав выводы. Ну или пока дошло наконец, что тут вообще происходит. Артиллерист решил всю свою злость выплеснуть на команду. Кстати, мат я замажу, и там разговоры о плохих вещах я тоже замажу, чтобы вы это не читали. Пишите в комментариях, что по вашему мнению здесь происходит, хотя я уже догадываюсь, какая тема у меня там начнет бурлить в комментариях, но, ребят, каждый решает сам. Видим, что Т-30-ка вражеская, достаточно опасный враг, если учесть то, что кроме 54-ки, Т-30-ки из 9-х уровней никто сюда не приехал, и это позволяет сделать вывод, что остальные просто, скорее всего, не загрузились. Ну, торопится наш Т-30 вообще. Стреляет немножечко, торопясь, и не попадает. Кстати, артиллериста забрали, вот у него еще больше начало бомбить, чат просто взрывается. Боже, ребята, пишите, кстати, в комментариях, хотели бы вы, чтобы с вами произошло то же самое, но что вот вы загрузились, а вся остальная команда балду пинает, не может никак бы войти. И что бы вы тогда делали? Сколько бы вы цифрок тогда бы настреляли? Из врагов видим, что еще 44-ка там что-то делает, под АХП у нее уже не так много осталось, и Т-34-ка на центре. Почему она стоит до сих пор на центре, мне, если честно, так и непонятно. Ведь уже можно было бы сделать вывод по миникарте, что тут, ну, никого нету. Точнее, живых тут никого нету, есть тут все мертвые. Поэтому давно бы уже пора как-то поехать дальше и что-нибудь-то сделать. В общем-то,
Вот что и происходит. Лёва вдруг очнулся, видимо, после нескольких сотен попыток, ну или ладно, нескольких десятков попыток войти в бой, ему все-таки удалось, он вошел, но, может быть, все, что ему удалось, это войти, нажать на R-ку. Ну, лучше бы он не входил на самом деле, ведь толку он пронес мало. Поехав вперед, он, ну, вы видите, да, что происходит прекрасно, и можете сделать вы, что, ну, Лёв, что там, разок стрельнул, и все. И стоп, 1152 вражеской, которая, кстати, живее всех живых. Вот здесь можно было попробовать быстрее с вертухана по-хорошему, испытать удачу, но, видимо, у нас Т-30 не из таких, кто вертуханит. Конечно, у него разброс у Т-30, ну, сами видите, какой. И вертухан, ну, была бы очень маленькая вероятность на то, чтобы он был успешным. Но это лучше, на самом деле, чем ничего. Тем временем, ИСУ-152 стрельнула по нашему Т-30, но не смогла его пробить, так как, скорее всего, ВЛД не смогла выцветить из-за фонтанчика. Что ж там на самом деле произошло? Ну, я не знаю, как там ситуация сложилась. Тем временем, я немного промотаю, ведь сейчас у нас будет некий вот такой экшен. Т-34 там до сих пор продолжает как-то танковать, что ли, против двух танков 8 уровня. Причем они оба по ХП его выигрывают, но разве что я к Пантеру 2 мог бы забрать. Дальше действие ИСУ-152 как-то мне не внушает особого доверия, ведь она проезжает на полном ходу, едет прямо, и посмотрите, куда она сейчас будет заезжать. Да, вот она светится, и она едет на гору, черт подери, зачем? Ну, видимо, оттуда ей будет сподручнее расстреливать. И да, по выстрелу можно было догадаться, что артиллерист тоже загрузился вражеский. Он уже сделал два фрага. Забрал Е-100, понастрелял там. И живого нужно забирать в первую очередь, вы это прекрасно понимаете. Вдруг Як-Пантера вдруг опомнилась, что же здесь происходит. Полное сведение по Т-62А и плюха на 747. Здесь, ребят, главное не растеряться, ведь когда заезжаешь на вражескую базу и видишь такое количество красненьких, которые никак не шевелятся, не телятся и никаких признаков жизни не подают, главное стараться выследить им слабые модули. Но, видимо, наш главный герой немножечко растерялся и думал же все, когда они вдруг оживут, и если они оживут, что же здесь вообще произойдет, долго он не проживет и так далее. Поэтому как-то он опасается еще, не сильно близко к ним подъезжает. Но вы знаете, как психология работает, постепенно напряжение сходит на нет. И он подъезжает все ближе, ближе, ближе и подбирается к ним. И уже старается как-то, ну, чтобы наверняка стрелять. И как видите, стоят просто два жирненьких Мауса. Один еще такой жирненький Е-100. Полужирные ИСы, 7-е и 4-е и Т-110Е5. Которые прямо напрашиваются на то, чтобы мы по ним присунули по самое не хочу. Маус уже умер. Это уже 7600 урона у нашего главного героя, что для танка 9 уровня уже достаточно неплохо. Но ведь это не конец. А ФКшных-то еще много. Они никак не шевелятся. Опустили дуло и не хотят больше ни о чем думать. Ну понятно, если ты не можешь войти в бой, входи ты, не входи. Все, что ты сможешь сделать, если тебе позволяет данный баг слушать, что происходит, ты можешь слышать, как по тебе плюхи раскидывают. Один хп осталось у ИСа 7-го, и тараном не может его добить Т-30. Кстати, почему-то он решает, что лучше больше не стрелять, одно хп и так останется. Ну, таранить тогда было на самом деле не в лоб, а в менее бронированное место. Можно попробовать в корму протаранить. Кстати, ИСУ-152 уже на нашей базе чувствует себя как дома и настреливает по всем, кто не загрузился с нашей стороны. И, кстати, можно увидеть, что вдруг Маус зашевелился, даже два Мауса вдруг зашевелились. Видимо, после нескольких десяток попыток войти в игру, они затеялись и что-то там попроисходило. Забрали ИСУ-152. И теперь направляются в сторону вражеской базы, чтобы настрелять халявного урончика. Тем временем, как Пантера 2 наконец-то забрала ИСа 7-го. Кстати, меня удивило, что по-другому она вдруг стреляла сначала ББшками, потом фугасами, а Мауса вовсе убилась тараном. Мне это не понять. У нее что, снаряды что ли кончились? Или что-то еще там произошло? Все, в принципе, возможно, но что тут произошло, мне неизвестно.
Все, Маус уже остался шотный. Понятно, что вот у 30-го сейчас цель лишь бы побольше циферок настрелять. Поэтому он на те танки, у которых мало остается ХП, не обращает никакого внимания. И вот последняя плюха по Е100, и база захвачена. Это почти 17 тысяч урона. Минута до конца боя. Могли бы уже базу не хватать и забрать Е100. Ну да ладно. Просто вообще офигеннейший настрел. Просто халявный настрел. Ребята, халявный праздник был. Пишите обязательно в комментариях, ребят, как вы относитесь к такому. Обязательно ставьте лайк за такие циферки и подписывайтесь на канал, ведь не каждый раз такое увидишь. В принципе, ребят, я желаю вам, чтобы вы всегда загружались, чтобы у вас такого не было. Не забывайте смотреть плейлисты, аннотации на которые будут в конце этого видео, и ваш процент победы КПД будет расти с каждым днем. В общем, на этом, ребят, все. Всем счастливо!